Хорошо. За что? За плату. Отключил на таком ходу. Я вообще пишу, Саша! Нет, я пока что еще никак не подумал. Я говорю, что если так будет, то это только благ. По причине блата только может быть такое. А что блат? Ты считаешь, что... Конечно, безусловно. На воротах 100%. Что значит чем? Всем. Ну чем это? Нет, не хочется. Всем это значит ничем. Ничем это значит все. А ты чем лучше? Мальчик, я тебя спрашиваю. Не, ну раз ты начинаешь спрашивать, значит ты имеешь другое мнение. Правильно? Если ты мне преподнесешь... Я занимаю больше места. Меня чаще попадает... Меня лучше реакция. Нет, тут ты не прав. Ты берешь не получить, я скажу начальник. Я играю лучше ногами. Нет, не согласен. Не согласен, нет. Нет, не согласен. Я хорошо спаблю, что бьют в центр поля, мяч должен летит. Что? Там любой складывается хорошо, когда мяч с центра поля летит. Дай, дай! Да, да, да!
Да, да. Да. Смотря где. В какой команде, смотря какой. Назад! Все, все, все! На поле смотри!
Красный, конечно. Медведков? Фамилия? Вон, 2-5. Надевайте манишку. Манишку надевайте. Спроси фамилию вратаря. Фамилию вратаря, подскажите. Медведков, нет? Вратаря, фамилия. Фамилия вратаря. Фамилию напомните вам? Вася? Да. Конечно, он же давно работает. $9, 0 лидов. Ой, 0 лидов. Нет, лиды были. Восемнадцатого, второго. Почему тут без мысли и ко мне? Ты думаешь на своем поле? Безусловно. Нет, не брал. Давай.
Как так? Как воротник, а не как игрок. Саша есть, Саша есть! На каких фактах ты это основываешь? Ой, это было здорово. Конечно. Мешай! Здорово было, скажи. Так, подожди, не мешай. Да ебать! Слышно, да, было? Слышно. Да, по закончу игра моя. Когда играл уже? Момент сам. Давай, давай, давай! Встречай, один! Один встречай! Стоишь, да, вот так ты. Слышал, да? Я говорю, что ты так стоишь, так на воротах, как этот чувак. Только все время. Не это, не один раз, а постоянно. Хорош, бой! Называется, когда вратарь хочет ввести очень быстро. Давай!